Современные технологии активно используют на дорогах муниципалитета. Совместно с Росгвардией отдел ГИБДД по Северскому району следит за недобросовестными водителями с помощью беспилотных летательных аппаратов. Каждый из них оснащен видеокамерой. Беспилотники запускают на 400 метров ввысь, просматриваемый участок дороги до 5 километров. Видео с дрона передается на мониторы в специально оборудованный автомобиль Росгвардии. Если аппарат обнаружит на указанном отрезке водителя, который нарушил правила дорожного движения, то он это зафиксирует и проследует за автомобилем вплоть до его остановки сотрудниками ДПС. Наблюдение с помощью беспилотников помогает снизить количество аварий на дорогах и пресекать серьезные правонарушения.